войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими крестьянами интеллигенцией, а крикой кровожадных фашистских правителей Германии. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Thank you.